Блин, а есть у кого-то масло? Куплю. Или могу слетать в самолете? Ну, у меня у самого два заряда. Ну, сейчас быстро в Агримар слетаю. Давайте порт поставлю до Лоренна. О, давай, спасибо. А хотя вон О. справа порт, блядь. Вон, прям справа порт. Точно. Точнее, Да ему в огре надо, у него это... да, Инжектор. без разницы, что так, что так. РДДшную я дам сюда, блядь. Дай уже я тебе пойму. Уже улетел. Я понял. Там, блин, купил баночки, припоты. А вот масло забыл купить. Вот алхимию создал, я не могу понять, где вот эти рецепты мне взять, чтобы хотя бы припоты. 170 голдей я за один припот, что нафиг он нужен. Исследование там надо делать, исследование, блядь. Это я, получается, исследование бацаю, и потом баночки фарблю, и мне какие-то попадаются рандомные, Да, да? да. Рандомные, блядь. А они сколько, одна в день или... Ну там, блядь, КД там 3 Одна или в 3 дня. 4. Да, там 3 дня. Один, ого. Один рецепт. Ну ты заюзай, посмотришь, там какой-то рецепт выучится. И так обычно там, блядь, недельки 2-3 уходят, чтобы быстроты и дикой магии выбить. А ты в Дестре или в Демоне? Я Дестрик. А А на Дестрик это демона где? мне вот все не могу, я там это Алькатрас или что-то такое пройти мне надо. Но я хотел попробовать демона. Прибывай свободу уже, Бля. блядь. Бля, я не то нажал. А почты нема, никто не может поставить это. Вон стоит, вон уже стоит почта. Где, где? Саня, рыба Бомба есть у есть, тебя, блядь. надеюсь? Да, есть. Ну, ебал. Вон ДКшник, видишь, где прыгает? Батя кальба. Ага. Все, спасибо. Видимо, собаки, блядь, вообще в РДД такой, такой слаб вообще стоишь просто, блядь, дамажишь на все деньги. Два шага, блядь, за бой делаешь, Так и на и все. миликах так же, просто надо немножко мозг включать свой маленький. На милику все равно, там надо еще от сокрушения бегать, бегать, постоянно ротаться, бежать. Здесь просто встал я пока нахуй стою, и я вот не могу понять, как нахуй там нужно. Ну, может, но если глазами смотреть, там, блядь, выбегаешь на юг. Он нам цели ебашит, блядь, трэш. Бля, там Дарнаван же, да, на этой неделе? Да, там бабочку сделаем, и не будем хуй делать, пизда. Чё, говоришь, не будем делать? Ну, хотя, Ну, надо ну... фернуть, я его подержу в лягушке. Понял. Нету. Давай без. Надо же Дискорда. Лёха, у тебя десятка лагает. Что-то новое. Да, понятно.
На десятки дел там. Я вообще в киберпанк хотел поиграть, блядь. Так он лагающий, пиздец. Ты, ну, как ты не играешь? Кто лагающий? Киберпанк. Почему лагает? Или что, или починили его? Ну там же пиздец, там куча багов же, всякой хуйни было с ним, блядь. Да не, я не замечал особо. Ну, похуй. Ну раз с текстуру провалился, ничего страшного. Раз там из воздуха текстура появилась. Ну, блядь, это железо не топовое у меня. 1050 Ti у меня. Слушай, там когда он вышел... Он же на плойку вышел, по-моему, изначально. Я они играл... Вообще, они его из магазина же удаляли. Я блядь, здесь был. Это плойка, я-то на ПК играл. Я не заметил там багов никаких, я прошел и все, мне похуй. Так что я, блядь, не требовательный к этой хуйне. Ну, баги и похуй. Вода там кринжовая, конечно. Ну ничего, плавать можно, нормально. Да что-то я давно его проходил, когда он вышел. В каком там, 19-м вышел же? Наверное, да. Вот, я все жду, когда же, сука, дополнение будет. Ну, говорят, в конце этого года будет. Я еще раскачал 1.6, начал проходить заново. Бабу создал там, сиськи, блядь, подмутил, блядь. Counter-Strike 1.6. 1.6 версия киберпанка. Не, я пока не играл. Прикольная тема, музыка там прикольная. Да и Джонни Сильверхенд, классный чувак. Кокон там, разбейте коконы, Давайте коконы. На РДшнике почему-то они не сбиваются. Панк в коконе. Панк в коконе, у нас проблема, блядь. Да, не отпиздят, нормально. Народ, подскажите, мы на фул идем или как? То есть точно что? Это, да, у вас освоение? У кого здесь не освоение? Да не, все знают, просто, ну, кто-то видишь, где плюс добрали. Пишет на 8, потому что, ну, не факт, что мы сейчас закроем на 8, возможно, допронос будет. Да никакого допроноса не будет, это понятно же. Где вы наберете опять? Ну почему у нас половина гильдии? У нас полный гильдии есть. Допронос только гильдейский. Нет, у вас, да, допронос будет гильдейский, но может допронос же не интересен. Я просто поэтому и спрашивал. А кто спрашивает? Хант? Да. Ты вступай лучше в гильдию к нам. Да, нет, спасибо. А что такое? Да и у меня хорошо все. А, ну ладно. И говорит, это бич без гильдии, блядь. Сука. Почему у него он есть? Не, я про себя. У меня шаман без гильдии, блядь. АБМ это повелитель зверей, да, ветка? Ага. Да, да. Ну вот сегодня видел БМ там 257, 18, 17 давал. Вообще так мощно бил. Есть руна. Как только хилы научатся хилить пэтов, тогда можно в БМ. Хилы пэтов не хилят, что ли? Там же есть. В 90% рейдов хилы просто не хилят пэтов. У них даже нету их. 90, потому что. Ну, у нас там такие хилы. Сейчас будут хилить и пэтов, и нас. Я знаю, хапристовская молитва исцеления хилит, если в пати 5 хантов, то она хилит и 5 хантов, и 5 пэтов. Стоит, короче, что, наверное, хант в ромбике больше разводить лужи. Я со стороны этого буду в кубышке лужи разводить. Не, давай я сам разолью лужи, ты просто встань и бей. Все бейте, я лужи сам разливаю. Ауч.
Ну, всем готово, о чем да. Слишком близко. А, я распал. Аккуратно его уже выйдете. Шип. Шип на шипа. Bone spike cast. Там будет шип. Опять на шипа, блядь, дайте пробить нам. Давайте быстрее разбивайте шип. Bone storm cast. Сейчас может разбегаться танки. Дай мне зубку. Шип, шип, шип. Успеть. Я тут. Глубже не ставите, а ладно, убейте шип, просейте. Пало просейте. Bone spike cast. Bone spike cast. Убейте шип быстрее, сейчас умрет человек на шипе просто. Bone spike cast. Шип быстрее бывает. Сейчас еще будет один шип, после этого шипа вихря хостей будет. Bone spike cast. Шип. Этот костей танки разбежать. Угу. Сейчас ханта пойдет на танк, а второй танк в сторону звезды убегает. Пал мастер аура на огонь можешь отдать, коли пал. Ну не на огонь, так на лед, на лед. На ледяной этот огонь. Разбейте его. Шип быстрее сбивайте. Квеса, давай на ману гим. Сбейте. Задыши. Загорели нахуй. В лужах. Не запах. Bone spike cast. Чип. Надо заново начинать. Сзади. Все, надо заново начинать. Bone storm cast. Это народ, взрыв, пожалуйста, доберите еще одного ДД, но мне реально лично жена, это элементарнейший босс. Господи, не можем съездить. Ну что, у нас два носка хочет посох, да? А что, Зулмана не падает? Ну, тебя сюда. Да, посох хороший. Не падает. До лича хуй дойдешь просто, Зулман в 100 000 раз проще, блядь, фармить, чем до лича бегать, ссылка герой.
Вот с ВКГеру тут реально нужны четкие ребята, прям жесткие. Да, хотя бы, чтобы шипы сбивали, блядь, быстрее и бегали. Ну давай чисто, вот, вот я рекаунт смотрю, давай посмотрим. Костяной шип 180 от Лока, от Анхолика 600 тысяч, почти 700, вот он хуярил. От Песа 100 тысяч, от Ханта 100 тысяч, от 2 носка 280. Так, Биг Дэм 20 я тысяч. Я на трех шипах подряд, блядь, просто. Типа, и вот на третьем я и сдох. Вот получается, кто 100 тысяч, это значит хуёво играет. Ну и ещё ты сдох, стало сложнее. Поэтому я не люблю десятки, блядь. Десятки — это такая вещь, блядь. Если освоение, то 10 часов, нахуй. Слакеров видно. Которые нахуй не бьют, блядь, шипы и там вот 5. Да потому что если бы Хан был бы в БМе, он бы сейчас бы бахал бы тут по 25. Вот я сегодня видел 257, но он надетый там с горя пополам. 17к просто бьет. Чем ты, блядь, это бафом? Бафом тут не в этом девочке спали. Ты просто как бичом он бы уже сдох. Смотри. Я на шипе сдох, блядь. Песа подъебало, забежал костерезом, загрызло, блядь. А паладин сдох в луже, блядь, хан сдох в луже. Ну, там остальные уже просто умирали. Типа такое. Ну, это. Я помню, блядь. Нам надо десятку просто как-то собрать, сообразить, блядь. Я вот даже не... Сейчас я посмотрю по календарю, блядь. Вы же в дневное время можете собираться? Ну, вот по выходным. Если где-то с 12 до 16, то есть до РТ за 4 часа. Можно в выходной. Сейчас я скажу, какой. Так. Хан 58 пишет. Бери это. Так, среда. Вот, в субботу 8 я буду отдыхать. Вот, в субботу давайте 8 с 12 до 16 попробуем геру собрать сильную. Но на этой неделе хуй знает. Надо как-то еще объяву дать, чтобы туда зашли люди нормальные. Рарник там, хуй знает, еще кто-то. Я там, допустим, танком. Еще какой-нибудь танк. Да. Можно вот так. Ну, идти вот, блядь. Типа я проще. Ну, просто заходит, блядь, все шоты, все бываете. До сих пор. А потом просто спокойно играется, нравится. Уже так. Блядь, мне вот твои доты, они, блядь, идут, нет? От МК прокуют, нет? Ну, конечно, прокуют. Они же они еще будут. Который доту делает критическими. Че, ставь рыбу? Если бы на кого лучше? Это... На кого лучше кидать истерию? На ДК или на Ханта? На Ханта, наверное. Смотря в чем он в ММе. Да, если он в ММе, на Ханта кидает. Ешьте рыбу. А хан зашел, да? Вот, да. Наверное, пока что. Ебать, я угораю. Сколько там короче, написано? Сторону ромбика разводить эти лужи. Я со стороны кругляшка. Давайте рыбу ешьте, готовность. Чехласки пейте. Сейчас 300 баллов, да? Уже есть. А, у меня один уже приз. Все, я вас не бафал больше. Чип. Bone
Вот только не на меня, пожалуйста, эти шипы дырявые. Сейчас будет выпить костей. Все за квадратиком сейчас ближе к квадратику подойдите, чтобы шипы были к квадратику. Я вот тут вот прыгаю. Убивайте человека на шипе. По фасту. В лужу не наступаю. Сука, блять. Улетел. Ну тут боль когда, блять. Даешь свою доту. Быстро шип убиваю. Будешь выходить. Пару профильки. Шип сбейте. Bone Spike Cast. Умирать. Ой-ой, что-то там агро говорит, я стою, не, пока нет еще. Будет вихрь костей. Шип быстрее будет. После этого шипа будет еще один шип, и там вихрь костей. Не зыбку отдал. Хорошо. Кучу нажал пока. Шип убивается. Так, надо зайти в центр. Bone Spike Cast. Тут смотрите далеко на ханте. Там агро, агро что-то у нас ломает. Бигдем, давай, Бигдем, давай на ману. Нормально агро. Сейчас секунду, сейчас шип там на спину будет уехать. Постой. Блять, нахуй в пизду я проебал. Меня уже кинулось. Ничего, ман, баф есть на ман. Шип, шип убейте, будет быстрее, но просто хуй забили все, пока я там на манок встал. Это бывает? Bone Spike Cast. Пойдет. Ну-ка, что там по ХПС? О, я первый по ХПС. Лут поменяй. Вон там, вот. Я все спиздил уже. Что там я спиздил? Это, короче, на НХ я возьму, а это, короче, я возьму... Что это, мастерство, метка, сила атаки тоже на НХ. Никто не против? Да как раз НХ соберу когда-нибудь, блять, хули. У меня это один спек тут. Да зачем тебе ФДК, блять, у тебя АДК? ФДК говно, оно же не дамажит. Чё, квест берем, да? Что, точно никому не надо это залуп? Нет, так... Ну, никто ничего не делал, значит, никому не надо. Ладно. Да, реально, на НХ один, хули. 64-й шмот на дороге не валяется. Да, как говорится. Не, я мечтаю в идеале, но это, опять же, блять, это столько времени надо, чтобы одевать 5 персов, блять.
времени, блядь, и голды надо, чтобы, блядь, все сервали да. покупать. Пиздец вообще. Там это агро опять. Ну, у меня так, как бы шаманчик, знаешь, такой средненький. На обычке пойдет. Вот чтобы его до геры подтянуть, это надо его и 260 апать. Д4. И что еще? Ну, хилочешку ему надо еще. Ну и все, в принципе, потом в геру можно идти. А так у него 1600 хосты, нормально. Я думаю, 300 создавал, я думаю, дольше будет одеваться, потому что там прям повезло, что ли, наверное. Я его за сколько? За 3 недели я его... Ну, а там основное, что ты 4, ты его выбил, это самое главное. И все, у тебя ДПС 20-ка. Да. Вообще плохо. Я шипышников и сов больше всего ценю в рейдах 25-ка. Потому что это ассист класс, они очень мощно помогают рейду. Спасают от вайпа. Рисуют ману, дают гим на хп, это вообще топовая хуйня. Вот то, что Спокман, когда я релил, я говорил гим на хп, он же этого не говорил. А я к этой хуйне привык уже, и я люблю, когда присты шипешники вытаскивают рейд. Потому что если бы не давать там на хп, там бы человек по 5 отваливалось бы, потом бы на ляме хп сдохли бы все, блядь. Шипешники потеют, блядь. Остальные нахуй излучные выходят. Две кнопки жмет на хп своем, блядь. Не, там реально больше двух кнопок, там посложнее немножко. ДПСа больше, чем ты, еще, блядь, 40 диспелов сделал. Ой, блядь, апнут фаермагов, нахуй. Общаемся, нахуй, Александр. Да, ну, ты можешь больше давать, я уверен. Ты что-то не похож, да. Тебе могу дать аккаунт, хочешь, попробуй. Замерим, я в палку, ты в палку. Да, на магии, ну, вот это, на магии в палку не натамажу, чтобы маг, ну, файл маг в палку забили. Можно даже, на CD. Да, ну, в рейд сходит. Все слишком, короче, это, слишком сильно бафает рейд файл маг. Ну, это по факту, да. Видишь, меня может 4 глыбы подряд, блядь, заебашить нахуй. И там каждая по 30-ке вылетает. А может нахуй не пропать, она просто, блядь, там, хуй знает, 5 фаерболов подряд. Ты хоть, блядь, обосрись. Рандома нету здесь как такого. Это. А вот у мага там бывает, блядь, кастуешь, не прокает, не прокает, не прокает, не прокает. Так, короче, пау, ДК. Короче, вот здесь, вот ты смотри. Пал забираешь вот отсюда моба, с этого окна, смотри, на шипе бегает. ДК забираешь с крайнего окна, вот отсюда, и сводите в центр вот сюда, и поворачиваете фанатиком, главное поворачивайте ебалом, он туда, откуда не выходит, чтобы ДКшника не убило, который будет их дамажить. Все, все свечимся в трэш, трэш убиваем, то на другой стороне то же самое. Первым делом убиваем приверженцев. То есть там был два кастера и фанатик, вот приверженцев на два кастера первых убивал. Дарнавана. Короче, хан потом, когда босс переведется, первый на пул отдашь на паладина. На паладина, что все, босса просто дамажишь, агро набираешь на нем. Он потом сам на тебя переагрится. То есть после паладина, там смотри, когда на ДК босс перейдет, сразу даешь на пул на ДК. То есть чередуешь, один на пул, короче, на ДК, второй на паладина на ДК. Ну, сначала начинаешь паладин, ДК, вот так по очереди. То есть и вы бьете только босса, моб когда выйдет, короче. У нас стана никакого нет, да? Ну, короче, ну мат надо просто быстро залить, чтобы танки на него не отвлекались. Вы батюшки у вас матрицы, которые сами на пыли переставляют. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Помните.
Вышли гаврики уже давно, вы что-то не просто уже убили. Отвези Дерномана к ступенькам. Его надо отойти и... Давайте пополовину фир, отцу. Так, давай я отойду Дерномана. Два носка, тоже варлок у нас есть. Он главное не убивайте. Он в бабле был? Там давайте сейчас это, надо добить, короче, он ту гадость, которая стоит из лужи, выходите. Дерномана, верните. Уже трэш надо на той стороне бить. Танки. Быстрее. Быстрее. Сначала фанатик приверженцев, потом фанатик. Посты сбивайте. Просто. Опа. Контроль варлока. Маг. Шип. Овцу. Овцу. Да, у нас Дерномана слетает. Вор. Вот у нас ДК Дерномана, я понял. Справа трэш. Да, у нас нету совы. Там надо без Дерномана. Сейчас там попробую. Давай падаем, короче, без дома, нахуй, минут два человека. Без Дерномана, нахуй. Дерномана убей сразу, блядь, просто никакой нахуй. Просто контроль... его подальше отвезти и все. Да да пизды, типа, блядь, он не успевает, он Дерномана контролит, у нас люди не сконтролируются. Еще, ну, ДК, то есть, если ты слышишь, что моб кастует, блядь, каст, они убивают себя, не кастуют каст, короче, тебя убивает просто ваншоты. Вот ты сейчас от этого сдох. Надо было бежать от него, когда он начал этот каст. Либо грипнуть его, сбить этот каст. Стан, грип, там все работает. Да нет, там приверженец меня кастует, и я его захилить не успел. У него хп там 20% было, лужа под ним появилась, и он сдох. По-моему, так было. Да, нахуй это Дерноман, нахуй. В обычке сделайте, хули вы, блядь. Вот еще обычку ходить. Просто назад отведите, вы че не... Способ, блядь, просто за квестом и все. Ну, типа, ну, нахуя сейчас я ловить? Его давай грипну сюда, и все, и пизда. Не, ну, хотите, делайте. Я его заебашу просто, чтобы тебя в одну ебало. Не, там проблема в том, что отца с ним слетает, вот и все. Я даю контроль по кому-то другому. Есть. На нем был мор, вот почему слетело. Uh-huh. Нет, я перекинул овцу на это. Там, по-моему, она тоже по одному таргету уже работает, только и все. Там нельзя кучу таргетов разбросить. Вот, все, у нас парам-парам-пам. Все, у нас пал отворилось. Куда? Он что, написал? Уходит? Ничего не писал. Он вроде призрак. Я, да, меня выкинуло. Не знаю, я думал, опять сервак лег. А нет? Я не зашел, наверное, пока босс еще не надо. Саба контролила, типа, просто кого берут в контроль, и все. Я бы его держал в овце. Давайте просто, блядь, ну, то, что должно отыграть. Ставь рыбу. Да похуй на это. Хорошо, этот... Давайте башнусь. Баф убрать защиту. Темной магии нет. Нас двое. Трое. А у нас контроль больше никто, да, не дает? Ну, я могу там не дать эфир. Надо. У нас 30 секунд. Я эфир, ну, наверное, если рядом появится. Ну, так я чё тебе хватает? Ну, мы кинули лягушку, там как пойдет, короче. Давайте. 300, да. Главное, блядь, трэш убивайте быстро, блядь, чтобы он быстро умирал, прям быстро. А, да, кстати, квест проебан. Нет. А, он не сдох, да? Да, нет, он не провален. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Я не могу прочитать это.
нахуй я его уничтожил. Главное, ставь на проекте. Сам себе контроль. Давайте сейчас трэш появится с другой стороны, по той же схеме. Ты не в сил противиться моей контрольте. Вернула. Но овцу с него диспелить надо, как бы. Да, овцу можно диспелить, он будет дамажить. Из лужи выйдете. Не переводите. Привержимся. Стой, пока не переводи, жди. 7%, сейчас убьем трэш, переведем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну давай, переводим босса. Сейчас пал забирай сразу на пул напала. Ага, на пула не будет, пал забирай так. Маленький урон под стопать, и сейчас там без контроля выйдет. Ладно, ДК забирай после, короче, напала сразу на пулю, выхант, как видишь. Моб появился, моба сразу развернулись, убили все. Духов там. Через 6 секунд появится. Духов, пожалуйста, не ловите. И косты. Желаю по возможности пикните. Смотрите, дух в РДДшников кого-то идет, в магу там. Spirits. Еще один дух появился, смотрите. На пул, на пул. Так, давай, Хан, в череду. Сейчас, что у нас? А, бегай. Два носка, ДК, бегайте, 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 кайтите его, пока ну, там тебя игрок пока не наберут. В контроле вообще. На ком нету, блядь. Как мне? Еще все дебафы. Spirits. Главное, духов не взрывайте, смотри, дух идет на меня. Ну чё вы азота наберете? ДК, забирай на меня 5 стаков, ДК. Да ДК, как я заберу, если, блядь, не на пулю? Нам не таунтится, ты можешь понять. Сейчас на пулю же откатится, даст на пулю. Фанатику убейте. Дух идет смотри на этого фанта. Пало контроль. Пало, контроль. Spirits. Дух появился. Дух, смотри, идет на ШП. На ШП Песа, блядь. Ты не видишь, что ли, что у тебя дух идет? Spirits. Фанатика быстро заебашил. Дух, сука, прям, по-моему. Есть на ману что-то. Spirits. Сейчас кастую гимн. Сдали гимн. Два гима даже тебе сдай. У меня контроль. Скажешь, как кончится. Спирит. Все, можно дисполнить. Ад вышел, ладно, уберите фанатик. Дух в мире. Фанатика за убашки, а босса не давайте. Spirits. Что-то мне кажется, что я красавчик, да, на шамане? Неплохо, да. О, смотри, я забираю вот эту хуйню. Я, короче, забираю... Не, вот эту ткань не надо, короче. Блядь. Пошли, блядь, сука. Пошли Вайда одевать, блядь. Да, да, блядь. Да как бы мусор ебаный, я типа энха не знаю, может лет через 100 сделаю. Ну я абсолютной пыли выиграл 5 штук нахуй, вообще, блядь, профит. Квест сделали, а. Нихуя себе. Или нет, не сделали? Я набил в самом начале. А, ну и похуй. Ну-ка, что там по хилу, блядь? Я первый, нихуя себе.
почетное первое место. Я типа, блядь, за Ршаму сказать, типа, из всех классов меньше всего его знаю. Ну это хули, цепуха и цепуха. Тут единственное, что два раза менталку отдал, когда с лужи выпрыгивали. В конце там, во второй фазе. А так, что, один раз тотем на ману поставим. Хули, сам себя не похвалишь, блядь, никто не похвалит. Не дождешься, но. Я тоже, конечно, сам себя хвалю. Хуёво, что так с Гурлем у нас получилось, люди поотваливались, блядь. Минус 2, минус 3, хуёво, когда руки надо закрывать. Я вообще ни ума не могу приложить, чё, блядь, как сука, так нельзя руки закрыть. Вроде, блядь, говоришь, нахуй, кто и под ебалом стоит, и под ногами, блядь, и метки ставишь. И ни один хуй вайп, блядь. Не хватает людей, наверное. Немножко поднабрать человек 5-6, которые хотят играть. Похуй. Надо бы сходить на это КД. Добить? Ну, типа, я вообще там шел, блядь, за глазом. Но глаз ну, ЕП, такой. Пиздец. Первая пачка взяла ЕП. Так последнего босса не убили там. Ну, тем не менее, вы за магикой, за королей взяли ШП. Так, в пушку, короче. Читай косарь, дед. И в пушку. Ну, в танк, короче, маг. Там ты маг садится в пушку. Лок. Ну, короче, ну тут здесь, короче, такая. Упал здесь, трэш танчи. Тут его можно не танчить. У тебя ретроспект есть, Пол? Спек ретрика есть? В ретрик спеку себе будешь просто дамажить, ты ставишь. Это ты про корабль если... говоришь? Ну, на нашем корабле. Убивать его. А, ты про танк? Да. Снова шоссе на тот корабль полетишь. Пушку хант и маг. Короче, трубу надо, пацаны, блядь. Да, труба не так. Не знаю, как вам там нужно, но мне надо. Да я шучу, блядь. Тебе все надо. Да не, блядь, у меня ни Т4 нихуя нет. Как только Т4 соберу, 1015 буду, давай тогда буду ролить что-то. Пока у меня только хил. 15. Да, пятнашку, ну заебись. В принципе, это заебись, это охуенно. Десятки, по-моему, даже вывести не может. И на элеме на самом. Надо какие-то призы, блядь, придумать, нахуй. Какое количество голды сердолей может закинуть пацанам? Типа как премия или что, какую-нибудь благодарность, блядь. За то, что спамят там, рейды собирают, помогают. Тебе тоже, вот. Тебе топ их истории. Что-нибудь поднакинуть. Надо подумать. 5 сердолей, наверное, должен. 5 сердолей, они сколько, по сколько сейчас стоят? 1000 по 2? Ну что, сегодня, по-моему, по 2,5 я покупал. Ну это прям дохуя, если вот по одному сердолю и 1000 по 5 голды, то я еще думаю, да, нормально. Но пока что... Бонус, он заебивый, блядь. Если бы мы сидели с гильдбанком, там, 1500 голды, то я бы его побольше вам дал. Ну, по 5 сердолей, в принципе, не проблема. Пока что. Это за чё? Сердоли раздают, что я проебал. Ну, видите, типа... Ну, тот краб, это босс Тагры, там это воробьина. Там уже людей убивают, которые перелетели. А я только назад. Ну, когда, блядь, он... Ну, там это не спите, блядь. А чего там Эвил вот этот сдох? А там почему-то Мурадин по кораблю начал гулять. Танк перелетел, а Эвил перелетел. Ну это танк проспал, очевидно, блядь. Не, я просто раньше прилетел, думаю, блядь, сколько, когда он еще вызовет. Ну нахуй стаки лутат. Назад прыгнул. Тут он как раз. Или улетели с корабля, не надо здесь оставаться. Дай мне тоже...
Мне и тоже? Да, да, улетаю, стаки скидываю. Сейчас уже маг вылезет через 10 секунд. На мне нет. Ну, не тебе, я на Мародине стал. Пока стой. Пока не летишь, жди. Там еще сколько? 5 секунд. 4, всё, я уже тут. Все, обновились стаки. Ой, блядь. Я же говорю, стаки скинет на Мурадине стаки. Видишь, на нем 20 стаков, нахуй. Мне всё, вижу. Теперь вижу. Тебе ебало начнет ломать, прожимайся. Сейчас после этого мага улетят. Все, убили. Блять, смотри, пожалуйста, что РД, ну, ДД еще не улетели. Ты улетаешь, блять, а ДД еще там остаются. Нахуй. Он просто бежит, всех убивает. Все, все, мой косяк. Блять, ты уже двоих людей убил, блять. Один из них холи пал. Ну, блять, меня же не берут танчить сюда. Стаки спали. Не знаю у них. Лайф на кораблях, да? Серьезно. Ага. Падаем, это хуйня полная, мы уже не уверены. С корабля все прыгайте. Там, может, блядь, танк, у тебя нету тоже инстинкта самосохранения? Ты не видишь нихуя, что, блядь, ну, танка еще нету там, блядь. Ну, просто... Ой, бля. Они на него метку. Альянсы на входе, нахуй. Ясно. Метку ебани на это, на шо все, чтобы все видели, когда он перелетел. Че нахуй, типа вышел, короче, рискнулся и умер. Как я понял, короче, что все пролетел, первого мага убили, потом решил улететь, правильно я понял? Нет. Ну, маг еще не вышел, я туда прыгнул, думаю, блять, еще стаки копить, назад протану. И тут как раз маг вышел. Слышишь, ДК, ты знаешь, сколько стаков ты вообще можешь удерживать? Нет. Это, ну, это не обычка десятка. Не, типа... ну понятно, но мне кажется, стаков 25, только тогда уже перелетать можно. Вот улетели, блядь, убили мага, вернулись обратно на корабль, блядь. Улетели, убили мага, трэш задний убили, который ракетами стреляет по кораблю, вернулись обратно. С этого корабля я убью трэш, который стоит спереди. И давай, и ретрика в танка все-таки, ну его нахуй. Прилетите там, задотаете, добьете трэш. Пускай в танке будет. Нахуя меня в танке? Просто нахуя? Ну, во-первых, я бы не сказал, что ты дохуя прям дал в ретрике. Что дохуя дал? Ну, ты в ретрике это сейчас я был? Да? Вот, блядь, всего-то больше всех дал. Я не дал. У меня показывает 5000. Да. Может, что-то неправильно? Просто дохуя, ты просто их убиваешь, трэш быстрее, чем он, если первый появляется, то... Ну, потому что, не, ребят, я спокойно танчил, спокойно бил, умер, потому что нас умер хил. У вас Хант пишет, почему он умер, вы вообще чат не читаете, ну просто ноль эмоций, ноль реакций. Так потому что мы все общаемся в этом дискорде. Ну, отлично, коммуникацию с Ридом надо вести, у вас в чате Хант пишет, то, что вот, я умер по такой-то причине. Вы там свои догадки сыграете, он три раза написал, почему он умер, три. Я, короче, не про Ханта сейчас говорю, я говорю, давай паладина в танка, потому что его пробивает, надо ДКшнить. Меня не пробивает, нормально, спокойно стоял, пока хил не умер. Давайте, короче, запустил босс. У нас все нормально. Бомбить так. Только еду там похильтесь, либо поешьте ману, ресните, пока летим, пока есть время. ДК ракету надень. Что все, ты перелетаешь на тот корабль, мы смотришь потом. Ну давай я буду говорить, пизду, блядь. Ты не улетаешь, пока никто еще не ушел, чтобы не было такого. Ну, естественно, тоже типа в пушках поднимать. А, ну то в пушке было. Оказывается. А ну тут на танке наговорил. Злые языки. Он хотел рейду помочь. Закрыть побыстрее. Да. И упал вниз. Вот из этих, когда хуйня пролетает, они откидывают, и они смогут откинуть вниз.
Сейчас маг уже вылет. Маг вышел, ДК улетел. Все остальные тоже полетели, могу убивать. Бейте мага, я дам их под доту. Подожди сейчас секунду, я добыл. Все, улетаем. Улетели ДДСы. Улетел танк. Этого корабля убиваем вот этих, которые оружейников. Все, маг вышел, так ага, улетел. Ну а что с этим мобом ебаным справа, нахуй? Почему он баганый, блядь? Просто забаганный. Просто пиздец, я, блядь, даже не могу туда, блядь, глыбу ебаную скинуть. Дальник вот этих добили, ага. И улетаем, ДДшники. ДДшники улетаем. Все, танк тоже улетает. Вышел, ДК улетел, ДД тоже полетел. Оружейники, огонь! Так. Да, мы добили, все, ДД улетает. Ага, танк улетает тоже. Ебать, я спать хочу. Да, спать полезно, говорят. Да, улетаем. А, тоже улетает. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Улетает. Прилетайте там 5%. Летайте, да?
Мама. Как хорошо, когда никто не умирает на пули, да? Да, приятно, да, сразу как раз. Ага. Пошли, блядь. Чё там, турбан, ролл, если чё, ебать. Так что, блядь, заранее вам забыли сказать, блядь. О, труба. Нет трубы, нахуй, я понял. Ну вот эту кольчугу тебе надо мне на энха, нахуй. Наручи, нихуя себе. Ну, пиздец, все, энх фуловый теперь. Жесть. Придется делать энх, да? Т4 только надо. Федоров, можешь так же оставаться, но, наверное. Че, рыбу поставишь, нет? Нет. Так, а тут два танка или в одного? В одного, блин. Одного? Окей. ДК, вешай на меня из серии, потому что у второго ДК топ-3 спелла это, ну, заклинание. На кого вешать? На паладина, этот варш. А, друидов, а нету барабана, так, да? Ты нам на ханта кидал. Я думаю, я побольше выдам, я не уверен. Нет барабанов ни у кого, что у друидов скидал, да? Че, лапки нету, что ли? Нету, да. Да и похуй. Во, видишь, барабаны нашлись. Прям. Вон едят рыбу, блядь, и молчат. В натуре, блядь. Сегодня я исполню это обещание. Замки, старик. Ну что ж, герои. На пул пула, пожалуйста. Давай, герой, с пула, ага. Слава, конечно, блядь. Трехнул, потерялся, блядь. Ну там эта собака убивает, потому что это они его захилят, нас убьют. Бог огрозки. Раскол прожди. Двадцатка просто. У тебя чарка есть на ТТГшная на ШП? Не, нет. У ПСа есть. Какая-то одна, да? Освещенный огонь, по-моему. Ш
что там на меня выпало? Да. Ну, смотри, кольчуга, вот это на Энха, нахуй. Да и кисти рук тоже кожаные можно, блять. Если никому не надо кисти. Тоже закинули. Я кожаный, я напомню. ВДСМ. Вы пишите просто, да? Да. Не нужно никому. Да, я кину. Слушай, ну... Кто у нас? Только эти ханту. Ханту или шами. Закидываю. Я думаю, ханту не надо. Токен закидываю. Все заберу, да? Рыцарь, там разбойник, рыцарь смерти. Черепной вал, нахуй, что не открыли портал? Сейчас откроется. Тоже так.